рано или поздно будущим лидерам страны нужно будет что-то опираться. Нужно будет опираться на какой-то слой умных, мыслящих людей, которые могут не только посоветовать, а которые могут что-нибудь возглавить, какую-то отрасль, понимаете? Потому что сегодня это все коммерциализировано. Сегодня, так сказать, украл там 100 миллионов, так сказать, из них, отдал 20 на депутатский мандат. И себе сиди, кируй, играйся в эти самые игрушки, бей морду, допустим, там у трибуны, чем они там занимаются. Знаете, они, сила есть, ума не надо. Вот, собственно говоря, такая вот сегодня картина. Поэтому тот пессимизм в отношении нынешней власти и пессимизм даже в отношении президента, потому что, как говорится, один в поле не воин, а команда-то старая команда, и принцип старый конь борозды не портит, сюда уже не катит, потому что эти люди уже себя проявили, извините, негативно с точки зрения, так сказать, политиков, они никудышние политики, но зато очень хорошие собственники. Вот. То рано или поздно, вы знаете, может произойти следующий социальный взрыв, и рано или поздно все равно к людям, которые сегодня собрались вот за круглым столом, все равно обратятся с просьбой о сотрудничестве или просто за советом каким-то, или, может быть, составить какой-то общественный совет, который бы действительно на законодательном уровне влиял бы на решение вот этой самой продажной Верховной Рады, которая сегодня существует. Сегодня, к сожалению, нужно надеяться только на себя и на Бога, больше ни на кого. И нужно начинать какие-то преобразования себя. И поэтому, если у вас есть такое искушение кому-то дать пойти взятку, попробуйте не дать ему эту взятку. Попробуйте этот факт опубликовать где-то, огласить его. Понимаете, может быть, станет одним взяточником на этой земле меньше. Это ведь раковая опухоль нашего государства, будем так говорить. И знаете, будем надеяться, конечно, на наших детей, потому что сейчас идет новое поколение, сейчас идет, так сказать, когда цикл завершился, так называемые дети Индиго, которые, так сказать, на самом деле составят основу нашего будущего народа. Я думаю, что они, и надеюсь даже, и уверен, что они будут лучше нас, умнее нас. Они не будут, так сказать, пакостить природе, маме своей, как говорится, во имя своих интересов. Они не будут, так сказать, пакостить друг другу. Они будут жить так, чтобы всем было жить комфортно.